Здравствуйте, на телеканале УТВ «Время новостей», в студии Галина Ким. В начале коротко о главном. Направление «Социальность». Депутаты областной думы приняли поправки к новому бюджету. Из мечты в реальность. Сахалинским школам передали ключи от новых автобусов. Особый и мобильный сахалинский ОМОН отмечает день рождения. ИНН за посылку. Таможня ввела новые правила оформления покупок из зарубежных интернет-магазинов. Владимир Путин объявил о намерении участвовать на выборах президента в марте будущего года. Сахалинцы активно комментируют решение главы государства баллотироваться на новый срок. Буду выдвигать свою кандидатуру на должность президента Российской Федерации. Человек волевой. Человек с характером, несмотря на все политическое давление западных стран, Евросоюза, Америки, человек не согнулся и не сломался. Зарплата хоть что-то поднялась у бюджетников. Ну что, города чище стали, лучше как бы. Вот даже посмотрите, наш Южно-Сахалинск преобразился. Это для страны очень важно. Важно для наших граждан, для престижа Родины, для нашего флага, для будущего наших детей. Ну и более сильной кандидатуры пока на политическом олимпе я не вижу. В условиях санкций какого-то провала не произошло. Существующие альтернативы, они комичны, мне кажется. Решается вопрос переселения с аварийного жилья, с ветхого жилья. Вот я сама проживаю в таком доме, который аварийный, и жду вот уже, можно так сказать, с дня на день переселения, и просто счастлива. Это заработные платы учителям, врачам и внимание к гражданскому обществу, что немаловажно. Страна укрепила свои позиции на международной арене. Кроме того, стабилизировалась экономическая ситуация внутри страны. И вот в силу этих причин считаем правильным и, безусловно, поддерживаем его решение. На Сахалине создадут новые рабочие места в отраслях, не связанных с добычей нефти и газа. Это один из приоритетов долгосрочного плана развития, разработанного в регионе. Одновременно с созданием производств должны обеспечиваться социально-бытовые условия для населения. Об этом заявил губернатор Олег Кожемяка после участия в заседании Совета при полномочном представителе президента на Дальнем Востоке. Строится завод или еще какое-либо предприятие, конечно, нужно подтягивать в социальную сферу, с тем, чтобы там был и садик, с тем, чтобы там были спортивные площадки, был и дом культуры, значит, были созданы все условия, было, прежде всего, конечно, жилье. Важная поставленная президентом задача – это повышение уровня жизни людей, повышение всех социальных услуг к 2025 году до уровня выше среднероссийского. В качестве примера глава региона отметил строительство Сахалинской ГРЭС-2. Наряду с возведением станции решается комплекс социально-бытовых вопросов для ее будущих сотрудников и жителей села Ильинского. Эти задачи на себя взяли областные власти. Населенный пункт получил дороги и систему освещения. В эксплуатацию вводится жилье для энергетиков и селян. Бюджет Сахалинской области на следующий год остается социально направленным. С таким заявлением выступил председатель региональной думы Андрей Хапочкин. Спикер островного парламента отметил, что в приоритете газификация населенных пунктов, строительство жилья для бюджетников и переселенцев из ветхих домов. Вопросы газификации, программа, строительство жилищных сертификатов увеличены на 180 миллионов и на 100 соответственно. И очень важно, что проект «Городская среда» продолжается, и мы вернулись на позиции 2017 года. То есть 785 миллионов рублей будет направлено на благоустройство наших дворовых территорий. Мы сохраняем темпы и формат нашего благоустройства. Поправки к бюджету приняли сегодня во втором чтении. Андрей Хапочкин отметил, что социальная направленность главного финансового документа региона остается благодаря открытым дискуссионным площадкам, где люди могли высказать свои пожелания и слаженной работе депутатов с органами муниципальной власти и областными структурами. Сахалинским городам и селам передали 10 новых школьных автобусов. Машины оснащены ограничителем скорости, аппаратурой спутниковой навигации и другим необходимым оборудованием. Одно транспортное средство сегодня же отправят паромом в Южно-Курильск. Все подробности у Дарьи Янченко. Уроки закончились, а значит, пора домой. 40 из 102 ребят Покровской школы проживают в селах Октябрьская и Сосновка. Ежедневно до учебного учреждения и домой они ездят на этом ПАЗе. Автомобиль 2008 года выпуска, и срок разрешенной эксплуатации подходит к концу. Хочется новый автобус, все-таки старый. Он пойдет сейчас на списание автобус, поэтому уже он
как говорится, устарел и техническим некоторым требованиям своим не соответствует. На автобусе ребята выезжают на спортивные соревнования и культурные мероприятия. Только принимать участие в них, к огорчению школьников, получается не всегда. Он часто ломается, и мы пропускаем их. На нем немного прохладно утром. Хотелось бы, чтобы было теплее. И теплее, и уютнее, и безопаснее школьникам будет в новых автобусах. Машины передали учебным заведениям сахалинских городов и сел. Таким образом выполняются майские указы президента. Мы приобрели для нужд муниципальных образований 10 школьных автобусов. В те муниципальные образования, где образовательные учреждения находятся в отдаленности. И тем самым мы сегодня решаем вопросы качественного и доступного образования для сахалинских детей. Автобусы оснащены аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС, ограничителем скорости, индивидуальными ремнями безопасности, есть и полки для ранцев. В отличие от своих предшественников, новые автомобили полноприводные и преодолеют любые погодные препятствия. Нам сегодня выделен один автобус. Количество мест там 20, поэтому нам достаточно этого количества. Мы сможем эту проблему у себя по подвозу полностью закрыть. Одно из транспортных средств отправится в удаленный уголок региона, в Южно-Курильск. Дарья Янченко, Евгений Ахмадеев, телекомпания ОТВ. На этой неделе свою годовщину отмечает сахалинский ОМОН, подразделение, набранное 24 года назад из лучших бойцов островных органов внутренних дел. За годы существования сотрудники отряда поучаствовали в десятках боевых операций на Сахалине и за его пределами, сражались с последствиями стихий и ни разу не оставляли боевой пост. Подразделение переименовывалось, но никогда не расформировывалось. В каком состоянии сегодня находится отделение особого назначения и что ждет его в будущем, выяснял Сергей Суханов. Олимпийский мишка – последнее напоминание о том, что здесь когда-то был пионерский лагерь. Вместо советских детей здесь давно квартируют защитники теперь уже другой страны. Александр Бочарников помнит еще первые дни существования сахалинского отряда ОМОН. Зеленым юнцом он был брошен на ликвидацию последствий землетрясения на Курилах, а еще через год – в Нефтегорск. Потом были котлы Северного Кавказа и операции на Сахалине. Боевых товарищей, с которыми служил не один десяток лет, Александр считают больше, чем друзьями. Ну, это те люди, которые не бросят тебя в трудную минуту. Всегда тебе помогут подняться с колена, выполнить любую поставленную задачу. Мы даже порой меньше слов говорим, а одним только взглядом можем понять, что мы хотим. Сегодня в островном ОМОНе, теперь уже не милиции и даже не МВД, а Росгвардии, служит около 100 бойцов. Они готовы встретиться с опасностью в любое время суток. Ежедневные тренировки – неотъемлемая часть жизни. Дмитрий Свечков выделяется телосложением даже среди коллег. С преступниками жесток, но себя считает скорее добряком. Журналистами немногословен, однако нехотя все-таки рассказывает. Навыки ОМОНовца полезны и вне службы. В воде спас ребенка, который тонул. И получилось то, что родители, не знаю, где его были. Просто я в одежде, в чем был, нырнул, у меня телефон, все было. Я в одежде прям нырнул, его вытащил, это просто была яма. Ребенка вытащил, пошел, потом нашел родителей. Работают в подразделении не только сильные мужчины, но и хрупкие девушки. У Анастасии Русалович есть берета и базука. Стрелять из них нельзя. Такими оружейными именами зовут собак молодого, но опытного кинолога. С четвероногими сослуживцами Анастасия прошла огонь, воду и взрыв работы. На каждый боевой вызов любимого пса всегда отпускает с тревогой. Собака не коллега, собака друг. Но она у меня домашняя, иду уже домой, конечно. Мы везде, и на службе, и дома вместе. Всегда. Годовщину бойцы сахалинского ОМОН отметят скромно. Наградят отличившихся и посетят юных защитников Отечества в детских садах. Сергей Суханов, Алексей Нестеров, телекомпания ОТВ. На одном из сахалинских интернет-порталов вечером в среду появилась тревожная информация о том, что некие очевидцы сообщили о ДТП, в которое попал пассажирский автобус в Макаровском районе. Также было сказано, что транспортное средство ехало из Южно-Сахалинска в Поронайск и перевернулось в районе станции Цапко, в результате чего пострадали женщина и ребенок. Как стало известно, на пульт дежурного действительно поступало сообщение об аварии. На место выехали все спецслужбы, но поступившая информация не подтвердилась. По факту ложного вызова специализированных служб возбуждено административное производство.
На данный момент женщина, солгавшая о происшествии оперативным службам, задержана и доставлена в полицию. Ей оказалась жительница Макаровского района. В отношении нее возбудили административное производство не только по факту ложного вызова, но и появления в общественных местах в состоянии опьянения. Неожиданный сюрприз перед Новым годом приготовила таможня. 7 декабря начинают действовать новые правила доставки посылок из-за рубежа. Теперь, чтобы заказать товар за границей, необходимо указать ИНН-получателя и интернет-ссылку на каждый пункт в заказе. Кроме того, на складах временного хранения все посылки будут сканировать рентгеном. Эксперты говорят, что возможный результат новшества – проблемы с доставкой новогодних подарков, а также итог ноябрьских распродаж. Об этом уже заявили курьерские службы. Новые правила коснутся только частных игроков. Почта России будет работать в обычном режиме. Новый порядок оформления таможня введет по всей России, но пока в порядке эксперимента до 1 июля 2018 года. В следующем году Министерство лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области приобретет новые воздушные суда для ликвидации лесных пожаров. Кроме того, для ведения мониторинга ведомство задействует 2 воздушных судна. Об этом в интервью нам рассказал министр Владимир Корнев. Запись беседы смотрите прямо сейчас в рубрике «Гость студии». Здравствуйте, Владимир Владимирович. Большое спасибо, что нашли время прийти к нам сегодня в студию. Как складывалась в регионе ситуация с лесными пожарами в уходящем году? Здравствуйте. Ну, в 2017 году ситуация с лесными пожарами складывалась непросто. У нас на 2017 год пришелся пик горимости на территории Сахалинской области, который возникает раз в 10 лет. У нас установилась с начала года очень сильно засушливая, устойчивая погода, особенно в северной части острова. Самыми горимыми у нас по результатам года были Ахинский, Ноглинский, Смирнховский, Тымовские районы. Силы средств хватало? Силы средств хватало. Единственное, ситуацию осложняло то, что была сильно высокая температура, порядка 30-35 градусов Цельсия. И были сильные ветра в месте тушения лесного пожара. Но в связи с этим есть какие-то перспективы приобретения, может быть, авиасудов для тушения именно пожаров? Может быть, увеличение штата сотрудников? Да, в результате увеличения финансирования за счет средств из федерального бюджета мы планируем уже привлечь на постоянное базирование вертолет К-32 с водосливным устройством до 5 тонн, который очень сильно эффективен в условиях именно Сахалинской области в части тушения лесных пожаров. Потом на мониторинг у нас будут задействованы 2 воздушных судна. Плюс у нас используется система космического мониторинга дополнительно. Ну и также будет находиться на постоянном базировании вертолет, который в случае возникновения лесного пожара будет осуществлять тушение его. Критической ситуации глобальной такой вот удалось избежать? Да, удалось. За счет того, что нам удалось все-таки вовремя привлечь авиацию в кратчайшие сроки, сразу оперативно, незамедлительно были задействованы все силы и средства, хотя район был труднодоступный. Кстати, пожар возник за счет природного характера, от грозы. У нас в основном 60% пожаров, конечно, возникает в результате человеческого фактора. Неаккуратное обращение с огнем в результате посещения лесов грибниками, ягодниками, либо рыбаками. Если говорить о развитии лесопромышленного комплекса, то каковы результаты работы и планы на будущий год? Ну, у нас на сегодняшний день в лесопромышленном комплексе задействовано 93 организации, трудится более 1600 человек. На сегодняшний день ставятся задачи по глубокой переработке древесины. Все-таки такие задачи идут с федерального центра, чтобы сократить именно объем отходов. Поэтому на сегодняшний день прорабатывается ряд вопросов. Уже некоторыми юридическими лицами, предпринимателями установлено оборудование, как, например, для производства арболитов, это стройматериал, который достаточно неплохо зарекомендовался в условиях Сахалинской области. Но население еще мало знакомо с этим стройматериалом, но уже пользуется спросом. Потом налажено производство клееных лесоматериалов, клееного бруса на территории области. Планируется производство и уже некоторыми предпринимателями выпускается производство цилиндрованного бревна, цилиндрованного бруса с пропиткой, с противопожарной пропиткой для строительства домокомплектов. Ну и на сегодняшний день нами прорабатывается вопрос о строительстве завода по производству топливных брикетов.
Это топливный материал, который можно использовать в различных отопительных системах, котельных, простых печах. Он энергоемкий, экологически чистый. Если говорить об особо охраняемых природных территориях, то какая работа велась в этом году? Что можете сказать? У нас ежегодно ведется работа по охране особо охраняемых природных территорий инспекторским составом. Ежедневно проводятся рейдовые мероприятия, обследуется территория на предмет выявления правонарушений. В случае выявления лица привлекаются к административной ответственности. И прежде всего это зависит от низкой культуры населения, которые, как правило, выезжая в лесные массивы, мусорят, оставляют после себя бытовые отходы, создавая тем самым и угрозу пожарной обстановки, и нарушая режим особо охраняемых природных территорий. А вот есть какой-то пик нарушений? Он все-таки сезонный или это только человеческий фактор? Ну, как правило, это пик именно по сезонности. Это начало рыбацкого сезона у рыбаков-любителей, начало сбора грибов и ягод, когда люди, невзирая на запреты и режимы, все-таки не получая надлежащим образом разрешения, не выписывая, посещают особо охраняемые природные территории, нарушая режим. Но встречаются случаи и нарушения закона, браконьерства так называемого на особо охраняемых природных территориях. В случае выявления таких фактов лица тоже привлекаются к ответственности. Спасибо вам большое за беседу. Всего доброго и до встречи. Пожалуйста, до свидания. Личный юрист теперь доступен в Сбербанке. Новый сервис для физических лиц и предпринимателей обеспечит помощь круглосуточно 7 дней в неделю. Консультация по всем тонкостям права, оценка и прогноз возможных рисков. Услугу можно приобрести на сайте Сбербанка и в отделениях. О новом универсальном сервисе юридических консультаций расскажут мои коллеги. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю – ваш личный помощник-юрист. Сбербанк запускает дистанционную поддержку для своих клиентов. Предпринимателям и организациям теперь доступен новый сервис. Это консультация в режиме нон-стоп. Как правильно оформлять трудовые отношения с персоналом, строить взаимодействие с подрядчиками, тонкости при оплате страховых взносов. На эти и многие другие вопросы специалисты не просто дадут ответ, а подготовят практические рекомендации. Теперь у клиентов Сбербанка появилась уникальная возможность решать юридические вопросы как частного характера, так и конфликтные ситуации в любых из 24 аспектов юридического права. Это на самом деле уникальный продукт, который позволит начинающим предпринимателям развиваться, а действующим предпринимателям не наступать на грабли закона. Личный помощник спрогнозирует и возможные юридические риски. Обратиться за помощью квалифицированного штата опытных юристов можно любым удобным способом. Для клиентов работает круглосуточная горячая линия, личный кабинет, Skype, электронная почта и мобильное приложение «Личный юрист». Пользователи, представители малого и среднего бизнеса уже оценили удобство сервиса. Когда мне срочно нужна помощь юриста, я обращаюсь на горячую линию и тут же получаю нужную мне консультацию. В нашей компании мы ежедневно сталкиваемся с вопросами юридического характера. Часто требуются и удобные юридические алгоритмы. К примеру, недавно мы сталкивались с данным сервисом, когда необходимо было провести экспертизу сделки. Юридическая поддержка доступна любому клиенту. Услугу предоставляет дочерняя организация банка ООО «Страховой брокер Сбербанка». Юридическая служба со значительным опытом. Спектр услуг от срочных консультаций до представительства в суде. С подробной информацией о тарифах нового сервиса можно ознакомиться в офисах и на сайте банка. Мария Рябова, Сергей Салихов, телекомпания ОТВ. Это еще не все на сегодня. Смотрите далее после блока рекламы. От свадьбы в Малиновке до Коловрата. Кинотеатр «Октябрь» отметил юбилей. Пока все складывается хорошо, я иду на золотой значок. Модно и почетно. В Южно-Сахалинске продолжается декада ГТО среди школьников. Продолжаем выпуск. Сговорчивый камамбер. Под таким названием в газете «Губернские ведомости» вышла статья о сыроварне в селе Восток. Героиней материала стала Мария Федорова. Паранайская мастерица известна своими сырами. Маздам, Бри, Реблашон сделаны на Сахалине, но ничуть не уступают по вкусу санкционным сортам из Франции, Бельгии и Швейцарии. В основе каждого продукта молоко от островных буренок. Бизнес любительницы пармезана и горгонзолы вырос из хобби. В начале своей карьеры варила любимые сорта Мария лишь для себя. Ну а сегодня у сыродела
сотни заказов. О молочных нюансах зрелости сыра и сохранении фигуры читайте в газете «Губернские ведомости». «Толстушка» уже в продаже. Здесь прорицал Мессинг и пел Лещенко. Здесь проходили премьеры шедевров отечественного и зарубежного кино. И выступали знаменитости мирового уровня. Главная киноконцертная площадка «Островов» отметила золотой юбилей. 50 лет назад кинотеатр «Октябрь» открыл свои двери для сахалинцев. На торжественном вечере, посвященном знаковой дате, побывала наша съемочная группа. За нашу дружбу, 43-летнюю с вами. Тот редкий случай, когда «Оскар» вручается не в конце зимы, а в ее начале. Золоченую статуэтку Риме Бессудновой подарили друзья. За 50 лет работы в кинотеатре Рима Николаевна повидала немало оскароносных фильмов. Помнит встречи и с многочисленными артистами. Живет такой парень с Николаем Алялиным. Он приезжал как раз с этим фильмом и сам пел песню «Березовый сок». Вы знаете, «Березовым соком, березовым соком». Вот. Ну еще что? У нас Меньшов был с премьерой фильма «Любовь и голуби». Для Сахалина 67-й год в культурном плане был прорывным. На острове появился первый народный хор. В Южно-Сахалинске начала работать станция «Орбита», позволившая смотреть всесоюзное телевидение. А в центре города открылся широкоформатный кинотеатр. Совсем недавно он пережил второе рождение, открывшись после реконструкции, которая, к слову, не завершилась до сих пор. Мы планируем в следующем году полностью запустить фонтан. У нас в рамках реконструкции площади будет фонтан. Риторический вопрос героя Михаила Водянова впервые прозвучал здесь полвека назад. И вот островным зрителям вновь показывают отрывок из легендарной свадьбы в Малиновке. Дальше «Октябрь» вспоминает о Москве, которая не верила слезам, но верила любви. И после фрагмента картины Владимира Меньшова на сцене звучит знаменитая висборовская песня. Снегами заборожена, листвой заворожена. Посещение Сахалина Вольфом Мессингом, показ танцора диско и терминатора. Кинотеатр на празднике вспомнил все. Получив поздравления от первых лиц, «Октябрь» вернулся к привычной работе и уже с показом легенды о Коловрате отправился отчитывать теперь уже второе 50-летие. Сергей Суханов, Алексей Нестеров, телекомпания ОТВ. Хоккеисты Сахалина досрочно победили в регулярном чемпионате Азиатской лиги и вышли в плей-офф. Событие произошло в южнокорейском Каяне. Россияне встретились со сборной Хай-1. В первом матче наши разгромили соперников в сухую 3-0. Второе противостояние было сложнее. Первый период завершился по нолям. Во второй 20 минутке счет открыл Кирилл Старцев. В третьем отрезке времени дружины сравняли шансы 2-2. Встреча перешла в овертайм, где выявить сильнейшего так и не удалось. В серии послематчевых буллитов Корея из 5 отведенных бросков реализовала лишь один. Сахалин отличился двумя шайбами. В первую очередь хочу поздравить наших болельщиков сахалинских с тем, что мы выиграли регулярный чемпионат. Несмотря на то, что у нас еще две игры, в турнирной таблице нас уже никто не догонит. Но мы не расслабляемся. В четверг и пятницу Сахалин проведет заключительные игры сезона против корейской команды «Аньянг Хала». Затем наступит перерыв, связанный с проведением зимней олимпиады в Пхёнчхане. За кубок АХЛ борьба начнется в марте. В Южно-Сахалинске продолжается декада ГТО среди школьников города и его окрестностей. Нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса юноши и девушки начали выполнять с осени. Многие старшеклассники являются претендентами на золотые знаки отличия, показывают отменную физподготовку, в чем убедился и наш корреспондент. В региональный центр тестирования «Спартак» вновь заглянули ученики 11 классов. Они выступают по пятой ступени комплекса. С основными дисциплинами выпускники расправились этой осенью. Теперь штурмуют еще 4 дополнительных норматива. Мы это делаем специально для них, чтобы в следующем году, потому что у них времени совсем не будет. У них будет заключительный период по учебе, поступлением в институт, и у них на выполнение нормативов не будет. Мы пытаемся сейчас их закрыть, чтобы они уже в институт пошли уже со знаками отличия. Девушки вооружились электронными винтовками. Из положения сидя они целятся по мишеням с 10 метров. 35 очков с превышением на золото выбивает учащаяся пятой школы Анастасия Киреева. Постаралась спортсменка и в прыжках с места. Оттолкнувшись ногами как следует, улетела на 204 сантиметра, а на золотой знак нужно 185. Каждый человек может проверить, на что способен свои силы. Поэтому считаю, что как можно больше народу должны
приходить и сдавать ГТО. Никита Тюлюков из 19-й школы был сегодня близок к знаку высшей пробы. Но в прыжках у легкоатлета что-то пошло не так. До золота не хватило 4 сантиметров. В итоге парень вышел на серебро. Прыжки – это не мое. А так, ну не знаю, не получается. Взрывная сила, которой, допустим, у меня не столь много. Ну и техника всяческая. Вот, вынос бедра. 14 раз на высокой перекладине сегодня подтянулся Никита Пичугин из школы номер 5. Он является претендентом на золотой знак. Все-таки значок этот дает при поступлении большой плюс к баллам по ЕГЭ. Так что буду стараться. А девушки, лежа на гимнастических пенках, реактивно качают пресс. На это отведена контрольная минута. А вот отжимания от пола даются немного сложнее. Впрочем, в нормативы уложились все. Заработанные потом знаки отличия получат еще задолго до вручения аттестатов. Игорь Антипов, Максим Махин, телекомпания ОТВ. Более полная информационная картина дня на нашем интернет-сайте «Сахалин Курилы» по адресу skr.su и в социальных сетях. Выпуск продолжит реклама и прогноз погоды. А я прощаюсь с вами. До свидания. Любимые семечки от Мартина. Всегда высокое качество. В предстоящие сутки на островах ожидается облачная, местами пасмурная погода. В Ахе без осадков, ночью до минус 18 градусов, днем от 9 до 11 мороза. В центральной части острова преимущественно без осадков. В Александровске-Сахалинском температура ночью 16-18 градусов ниже нуля, днем до минус 16. В Тымовском облачно с прояснениями, температура ночью до 25 градусов мороза, днем 17-19 ниже нуля. В Смирнуховском районе без осадков, ночью минус 28-30, днем 12-14 градусов ниже нуля. В Углегорске температура ночью до минус 15 градусов, днем 12-14 мороза. В Поронайске температура ночью до 25 мороза, днем 15-17 ниже нуля. В Макарове ночью минус 16, минус 18, днем минус 12 мороза. В Долинске осадки не прогнозируются, температура ночью минус 21-23, днем 10-12 ниже нуля. На юго-западном побережье в Хомске и Невельске значительная облачность, пройдет снег, ночью от 7 до 9 мороза, днем до минус 9 градусов. В Аневе преимущественно без осадков, температура ночью до минус 18, днем до 10 мороза. В Корсакове температура ночью минус 11-13, днем до минус 11 градусов. На Курильских островах ожидается снег с дождем, температура ночью до минус 2, днем до плюс 5 градусов. В Южно-Сахалинске 8 декабря переменная облачность без осадков, ночью минус 14-16, днем до 11 градусов мороза. В любую точку мира. Быстро и надежно мы доставляем наши отборные семечки. Семечки от Мартина.